Бизнес-сессии – это неотъемлемая и очень важная часть нашего форума. Будем знакомиться с экспертами поближе. Здравствуйте, давайте знакомиться. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Юркевич, я HR-директор компании «Лента». Расскажите, пожалуйста, у вас сейчас была сессия, очень интересная. Давайте поподробнее о ее теме. Мы говорили о технологиях в HR, которые сейчас актуальны с учетом изменяющейся ситуации и немножечко для разных видов ритейла. Скажите, пожалуйста, для разных видов ритейла, какие виды ритейла сейчас чувствуют себя получше, какие испытывают больше сложностей? Ну, мы недавно делали исследование, да, последнее, от чего люди хотят отказаться, когда сокращают свои траты, да, это продукты питания. Соответственно, чем ты ближе к продуктам питания, тем, наверное, твоя повестка легче. И поэтому практически все участники рассказали о том, что вот их цифровая повестка не слишком сильно изменилась. Да, мы все думаем про экономию, мы все думаем про эффективность, но глобально мы не отказались ни от одного цифрового проекта. Конечно, сложнее людям, которые занимаются, например, мебелью или товарами для дома, или спорттоварами. Но при этом я тоже услышала, что автоматизация не останавливается вот в полном объеме. Расскажите, на рынке HR сейчас какие-то изменения именно вот непосредственно по человекам, которые вот работают на нас, которых отбирают специалисты для работы для нас? Вот есть ли какие-то изменения существенные? Наверное, два основных тренда можно отметить на рынке труда. Первое, мы ожидаем все-таки высвобождения какого-то количества людей в силу ухода определенных производителей, да, западных и ритейлеров. И мы ждем, что у нас будет чуть более там какой-то высокий процент безработицы. Он не будет очень большим, потому что он сейчас очень низкий. Да, у нас 4%, и это реальный дефицит. Ожидаем, что, может быть, будет 6-7%. Это первое, что мы ждем. Второе – это очень большая битва за IT. Потому что вы знаете, да, что с уходом западных каких-то платформ мы будем развивать свои. Соответственно, и так IT были всегда в дефиците. Сейчас этот дефицит он будет усиливаться. Явно государство будет нанимать больше IT-специалистов. И поэтому битва за IT будет усиливаться. Я надеюсь, мы выйдем победителями из этой битвы. Или, может быть, у вас есть какое-то экспертное мнение на этот счет? Я думаю, что у нас нет вариантов. Мы обязательно выйдем победителями. Если нет, но мы научим, значит, новых других людей каким-то IT-навыкам. Сейчас буквально какое-то должно пройти непродолжительное время, и мы выйдем с честью из этой западни, которая у нас есть, потому что IT-специалисты у нас есть, мы это точно знаем. Мы точно знаем, что наши головы светлые, и я уверен, что все-таки все будет нас замечать. Вы знаете, мне кажется, любая, так как назвали западня, это самая лучшая возможность стать лучше. Точка роста, которой, я думаю, мы обязательно воспользуемся. Спасибо большое за интервью и удачи на нашем форуме. Спасибо большое, до свидания.